Всем привет! С вами Андрей Райан. Я он пивал. В общем, сейчас 8 утра. Этот вот человек, который вот, да, посмотрел весь стрим, короче. Он не спал всю ночь. Ёбаных, блядь, 11 часов. В общем, делись впечатлениями. Короче, блять, я, конечно, видео записал уже свои впечатления насчет E3. Говорю сразу же. Sony, блять, пидорасы, Страпоном их въебало. Полчас, блять, они рассказывали о том, что у нас дохуя гаджетов на новые консольки, блять. Потом полчаса отдали для трейлеров и геймплейных всяких видео. Что мы узнали в итоге, блять? Узнали, что Mortal Kombat X будет тот же самый, что и старый 9-й, только графончик. Бэтмен, блять, рыцарь Архама, сука. Да, блять, Бэтмен, рыцарь Архама, короче, геймплейный трейлер выглядит очень красиво. И, кстати, я тебе скажу, там Бэтмобиль вообще был просто шикарный. GTA 5 выходит на PlayStation 4 точно, насчет ПК и Xbox One не знаю. ПК и Xbox One точно, потому что анонсировано на официальном сайте. Я не ебу. GTA 5 выходит на ПК, ребята. Я ожидал. Я верю тому, что было на стриме. The Crew, короче, бета-тест дают, то есть там регистрируешься, можешь бета-тест. Battlefield Hardline бета-тест, Destiny бета-тест. Еще какая-то ебала бета-тест, какая-то ебала уже эксклюзивно доступна, Dead Island 2, Sunshine, блядь, Dying Light, короче, там они показали, мол, типа у них дохуя паркур и все такое. В общем, что получается? Вроде E3-то и хорошее мероприятие, вроде такая ебала, блядь, вот только из-за Sony, потому что они просто затянули на полтора часа свою пресс-конференцию. Человек, между прочим, спать хотел. Я, понимаешь, меня что, блядь, удивило? Юбисофты, у них час конференция шла. Xbox, ну, может, час минут, потом еще 15 минут там взяли себе. Electronic Arts час взяли. Эти, сука, полтора часа, блядь, ёбу свою, блядь, впаривали, сука, свой, блядь, PlayStation TV. Это типа, короче, как? Типа ты через PlayStation Now, или как там эта хуйня называется, через удаленный доступ, короче, получаешь доступ к своим играм и ебашишь без консольки через этот PlayStation TV. Вот какая ебала была, да, сука. Каким ебала таким образом? А это там еще не понимаю. В общем, этот PlayStation TV стоит $99. Really? Да, $99. То есть консолька не нужна, ты консолька играешь? Нужна, там еще нужна флеш-карта для этой как ебалы. То есть там ты ребят, берешь... подожди. Ой, ребят, залагало, извиняюсь, залагало. То есть там ты ни хера чё должен. Потом они говорят, мол, типа, на PlayStation Plus был бесплатные игры, короче, скачивай, подписка на PlayStation Plus не нужна, ебашь прямо так. Там был Loadout, потом были еще какие-то бесплатные игры, которые я вообще не знаю, что за игры. Первый раз их вижу. Итог какой? Sony Страпоном их въебал, но все же эксклюзивы они показали. То есть Uncharted 4, последнюю кстати, часть, насчет Дрейка точно, то есть Дрейк все уже, его история закончится на 4 части. Потом, не ремейк, сука, еблан. Сейчас скажу, The Last of Us, то есть они ее на PlayStation 4 запортируют и, короче, заграфонят. Про Metro Redux ничего не говорили. Про Metro Redux, то есть там они заводили разговор, мол, типа, как ты относишься, чё, как, но в итоге Metro вообще не показали ничего. Ну и что могу сказать? Nintendo сегодня будет? Я не знаю, я... Ещё там смотреть. Assassin's Creed Unity, это вообще графончик. Там, кстати, мультиплеер на 4 игрока. Ага. Там второе видео показывали. Ну, то же самое, что и первое, только побольше этого интерфейса и побольше про квесты показывают. То есть там как? Там тебе дают, ну, основной квест, и пока ты выполняешь основной, постепенно за сайт квесты, за второстепенные, ты узнаешь дополнительную инфу об основном. То есть там такая получается ебала. Проходишь второстепенные, дают бонус к основному. Там как-то так. Угу.
Ну, в общем, понятно. Ты мне тут поможешь. Про Fallout 4 ничего не сказали? Не, там, короче, парень сказал, типа, бля, Bethesda. Fallout, сука, ебать, ну, так, ничего не, пока, не показали. От Bethesda. Да, там они Bethesda это показывали, Battlecry, кстати, там тоже бета-тест вроде дали к ней. Ну, игра вроде ничего, потенциал есть, но на бета-тесте там доступны всего лишь 4 класса, и, ты знаешь, это мало. Вот, правда, основные мои ожидания, конечно, от этой выставки оправдались. GTA 5 только. У тебя еще ожидания были, это Assassin и Fallout. Да, но основные-то оправдались. Основные-то да. Да. Тем, ждем, в общем, да. Ждем осени, ребят. Блин. Да, опять. Вот. Райан уже денежку, короче, накопил себе. Да, предзакажу. В Стиме, наверное, предзаказ появится. Нет, я предзакажу, когда в Стиме предзаказ появится. Вот так вот. А может он за. Он так-то может завтра появиться. Ну, видим, что как будет. В общем, ребят. Если хотите смотреть Е3, то, пожалуйста, я прошу вас, не знаю, сделайте кофе и ебашьте его. Или лучше лягте спать с вечером. Нет, чувак, лично ближе к ночи я лично не пожалел, что я все это посмотрел. Просто это затянулся из-за ебаной пресс-конференции Sony. То есть у меня, как назло, короче, вырубился интернет. Да, короче, блядь, с часу ночи до 6 утра не было интернета. Вот, короче, прикинь, пулемет купил. Я сейчас за батата шел, блядь, пулемет купил. Сука, ебаный, блядь, вот что ты творишь. Ой, бля. Вот, в общем, подписывайтесь на наши каналчики. Ян Пипл и Андрей Райан. Вот. Оставляйте комментарии, как вам. Как вы видите Е3. Как вам еще она вообще понравилась? Не понравилась? Не смотрел вообще. В общем, делитесь впечатлениями. И всем пока, ребятки. До следующих видео.